Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как сделать замечательную горелку с зеленым пламенем в домашних условиях. Для этого нам понадобится спирт этиловый, удобная колбочка или бутылочка с узким горлышком, главное, и борная кислота парышки. Мы использовали бутылочку от спиртового раствора борной кислоты. Продается в любой аптеке. Итак, что нам нужно? Мы берем нашу бутылочку и наполняем ее спиртом. Примерно наполовину. Вот так вот. Затем берем борную кислоту. Достаточно нескольких грамм и засыпаем бутылочку со спиртом. Закрываем и тщательно перемешиваем. Открываем. И вставляем наш фитиль. Чтобы часть его оставалась сверху. Чтобы фитиль быстрее промок нашим раствором, можно сделать такие вот движения, промочить его и проверить. Вот и готово. Пробуем. Но это еще не все. Чтобы привести это все в более-менее человеческий вид и порядок, бутылочку можно задекорировать. Мы сделали вот так. И еще вот так. И вот что в итоге у нас получилось. Замечательные горелки с зеленым пламенем.